Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И там за кормой пам-пам-пам-пам-пам. Ребят, привет! Прямо сейчас мы отправляемся в самый дальний маршрут, который мы когда-либо ходили. Мы сейчас уходим в Тихий океан. Вот мы сейчас в Австралии, в Хобарте, сделали последнее приготовление, заправились топливом, заправились водой, купили продуктов в гору на полгода вперед и уходим в неизвестность, будем пробиваться вплоть до Панамы, то есть нам весь Тихий предстоит. Соответственно, в ближайшие несколько месяцев видео будут какие-то появляться, если у нас будут кусочки интернета, но может их и не будет. Но вот здесь есть вкладочка, называется «Сообщество», и туда будут приходить просто текстовые посты, возможно, с фотографиями, и там будет как раз дневник всего этого нашего перехода выкладываться. Так что вы подпишитесь сейчас на канал, сейчас Лада скажет, да? Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И не только видео, а новые посты во вкладке «Сообщество», смотрите. То есть там будут дневники нашего перехода. Это будет пару раз в неделю, точно они будут там выкладываться. Хотим сказать вам большое спасибо за всю эту поддержку, что мы получали полтора года в Австралии, потому что у нас всегда был контакт с вами. И особенно, когда мы выходим в море, нас всегда очень сильно поддерживают. Нам пишут такие хорошие комментарии, мы их читаем всей семьей. И очень радуемся. Очень радуемся. И мы очень рады и благодарны такой прекрасной аудитории, которая собралась у нас. Как вы. Да. Потому что если бы не вы, конечно, все было бы по-другому и было бы, я думаю, труднее. А так и в море, и в принципе очень поддерживает моральный дух. Вот. Дорогие друзья, сейчас в океане нам предстоит провести чуть ли не полгода. Есть надежда захода на какие-то малообитаемые или необитаемые атоллы для того, чтобы пополнить запас кокосов. Потому что весь Тихий океан закрыт на ковид, и у нас еще не было путешествия вот в такой сложной ситуации абсолютной всеобщей неопределенности. Поэтому, конечно, мы очень волнуемся. Маршрут наш будет сейчас проистекать с юга Тасмании. Мы будем обходить с юга, опять же, Новую Зеландию. Спустимся практически до 50 градуса южной широты. И только потом будем подниматься к экватору. Пересечем экватор, чтобы кругосветка считалась настоящей, сделанной по всем правилам. Должен быть пересечен экватор дважды. И после пересечения экватора мы уже пойдем на Таити. И где-то в районе Таити завершится наша первая русская кругосветная парусная экспедиция через Великий мыс и Антарктиду с детьми. Вот там мы поставим жирную галочку. Хотя на Таити легальный вход закрыт, но все равно мы будем пересекать хотя бы наш транзитом трек. Пересечем наш трек. Именно там. И вот оттуда уже мы будем принимать решение, идти нам все-таки на Панаму или есть возможность попасть в Малайзию. И следите за новостями. Это будет такой квест в реальном времени, что просто пожилки трясутся, если честно, у меня. На самом деле... Мы более спокойны. Да, все вот они спокойны, а я очень переживаю, как вы видите, вот камера сейчас дрожит, потому что она у меня в руке и вместе со мной переживает. Держите за нас кулачки, спасибо, что вы у нас есть. Вот до выхода остались считанные часы. Но несмотря на то, что я вам сейчас наговорила... Не бойтесь исполнять мечты! У вас все получится! Кто, если не ты? Давай я на бушприт перейду, Андрюша. Иди. Что мне на асфальте? Ну, что же делать, Зойка? Вон там ходит оператор моста. Он должен нажать какую-то кнопку, и не знаю, нажал он ее или еще нет. А, сейчас перегородит ворота и нажмет кнопку, поднимающую мост. Светофор красный уже загорелся. Еще туда надо идти. Тут закрывает светофор. До свидания, чудесный Хобарт. Всю дорогу перегородили. Настя отвязывает веревки.
Хобарт нас провожает дождем и плачет. Сейчас оператор придет, нажмет волнение. На кнопочку, и мы поедем. Нет, ну реально волнение. Да. Почему волнуешься? Не знаю. Из-за моста или из-за ухода? Механизм заработал. Вот он, мост. Круг почета по гавани Хобарта. Вот это вот здание нынешнее музея. Раньше это было здание таможни. И прямо сюда, вот к этому причалу, подходили корабли разгружаться и растамаживать грузы. Потом сделали вот такое вот закрытое пространство. И вот здесь вот, где автомобили, желтая лесенка, мы там стояли. Мост по-прежнему поднимается, а мы с вами отвлеклись. Люди, куда мы пошли? Ой, маманя! Чудное зрелище для всего города. Не так часто здесь проходят яхты. Любимый Хобарт! Я тоже уже спела. Ходим завтра в море. Что? На левую сторону. Осторожно. Bye. Thank you very much.